Привет, друзья! Представляю вам интересные, но никому не нужные факты из медицины. Истерия, истерика, истеричка. Каждый уже слышал эти слова. Первые упоминания пришли к нам с Древнего Египта. Еще в 1950 году до нашей эры было записано в Кахуанском медицинском папирусе. Но потом пришли древние греки и решили, окей, мы займемся этой темой, надо этому ребенку дать имя. Истерия происходит от древнегреческого слова «хустера», что означает «матка». А потом подумали и добавили, ладно, будет бешенство матки. И вы не поверите, но этот диагноз, истерия, был крайне популярен в медицине до конца 19 века, до начала 20. И как только не пытались лечить женщин, то, что вы сейчас видите на экране, это все было придумано благодаря этому диагнозу. В общем, вибраторы и дильда — это то, что осталось с этого диагноза в наши дни.